Правильная поза, дыхание, важно сосредоточиться, рывок, и вот тяжелая штанга взмывает в воздух. В тренажерный зал клуба здоровья Федор ходит всего год, но за такой короткий срок уже успел улучшить свою физическую форму. Начинал с базовых упражнений. Занимался я по комплексу, который висит в этом тренажерном зале, наверное, месяца три. Потом принесли какие-то листочки, там подготовка к соревнованиям, и вот по ним уже начал заниматься, базу оттачивать, троеборье. Там присед, становая тяга и жим. И потихоньку так набирал, и все. Валерий Краснов занимается в клубе здоровья уже третий год. Пришел, чтобы подтянуть физическую подготовку, укрепить мышцы, стать сильнее. Немалую роль в успешных занятиях играет атмосфера. Опытные ребята всегда стараются поддержать новичков. Если сюда придет новый человек, то тут есть прекрасный педагог Светлана Николаевна. Она обо всем расскажет, все покажет, будет всегда рядом. И все, кто тут занимается, станут друзьями тебе, и тебе будет очень комфортно и круто. Ребята из тренажерного зала часто проверяют свои силы в соревнованиях как клубного, так и городского уровней. Тренажерные залы центра внешкольной работы – это островок спорта, на котором с нетерпением ждут людей, готовых работать над собой. Центр внешкольной работы приглашает всех горожан, подростков, ребят, которые хотят иметь достойную физическую форму, подготовку, красивую фигуру, в наши тренажерные залы, которые располагаются в клубе «Здоровье», «Мечта» и «Греция». Занятия бесплатные для ребят от 12 до 17 лет. Дополнительную информацию можно получить по номеру 3-37-26. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.